Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Китай нам все роднее. Прилетавшему в Минск заместителю председателя КНР Ван Цишаню устроили домашний прием не абы где, а в загородной резиденции Лукашенко. Хорошо, что вы приехали. Да. Высокий хозяин покатал высокого гостя на электрокаре по просторам президентского поместья. Коля напоил их родниковой водой, потом выпили чаю с вареньем, а там и ужин подоспел. Прошу, товарищ, от обеда, чем Бог послал. Чем Бог послал? В этот раз Бог послал драники, пельмени и утку. Она, кажется, хорошо прожарилась. И фирменное блюдо белорусского президента. Творожные блинчики с мороженым и клубникой. Пальчики оближешь. Кулинар. Вторник у главы государства выдался многовекторным. Сначала Лукашенко встретился с руководителем австрийской группы компаний «Штадлер» Петером Шпулером. Вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение предприятия. И для меня это очень интересно. А еще поговорил по телефону с федеральным канцлером этой страны Себастьяном Курцем и получил от него приглашение посетить Австрию. Потом уравновесил это все переговорами с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позвольте вас еще раз приветствовать в столице вашей Беларуси. Родной, не чужой, я в этом абсолютно уверен. В июне к нам должен наведаться и Владимир Путин, чтобы утвердить с Лукашенко приоритетное направление развития союзного государства. Наш-то приоритет давно известен – деньги. Кредитная задолженность перед Россией превышает 7 миллиардов долларов, так что елея надо лить, не жалея. Зачем? Затем, что мне нужен оборотный капитал. Но во внешней политике плоха та бочка меда, в которой нет ложки дегтя. Спустя пару дней белорусский президент наехал на союзника за бардак на белорусско-российской границе. Нам нельзя уподобиться россиянам. Ни в коем случае. Они сами не понимают, чего они хотят. Вот. Дальше больше. Отругал Кремль за присвоение победы в Великой Отечественной. Кому-то не имется, что удивительно, в России приватизировать эту победу. Вот мы герои, мы победители. Так нельзя. Победил советский народ. Ну и в довершение наступил на главную российскую мозоль. Может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством. Как кто? Что Норветтер, что за бой? На любимый на мозоль. Все 24 года своего правления Лукашенко ведет непримиримую борьбу с коррупцией. И вновь продолжается бой. Она подбирается все ближе. В этот раз в сети попал целый помощник президента Сергей Равнейко. КГБ поймал его на взятке в 200 тысяч долларов. Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур. Чекисты пасли Равнейко больше года. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Гродненской области, допустим, табаком торговали, вы мне платите за это. Это вел как преступник, самый настоящий бандит. Президент сказал чиновникам пощады не ждать и анонсировал новые уголовные дела. Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там, в следственном изоляторе. И это люди, которых перед назначением всевозможные органы рассматривают под микроскопом. Тут уж или всю систему менять, или импортировать честных чиновников. Например, из Финляндии, где уровень коррупции один из самых низких в мире. Мы за собой часть Финляндии буксируем с гражданином. А на совещании по результатам проверки вооруженных сил верховный главнокомандующий вновь озаботился дедовщиной в армии. Это что, действительно такой всплеск безобразий по так называемой неуставщине? Или должностные лица Минобороны и других компетентных госорганов повысили требовательность?
и начали все это учитывать. Гибель рядового Александра Коржича вызвала мощный общественный резонанс. Во всех войсковых частях провели проверки. В итоге было возбуждено почти 500 уголовных дел. Это больше результат работы правоохранительных органов, которые, конечно, активизировались по повышению главы государства и выворачивались все наизнанку в вооруженных силах. В итоге в Минобороны назначили нового главного идеолога. Надеемся, к нему самому неписанные законы дедовщины будут неприменимы. Так, чтобы вы шарили. Кто отхреначил полгода, тот молодой. Он шестерит Черпаку. Это который прослужил год. Черпак ходит под дедом. Дед разменял 1.5. Он уважает дембель. Ясно? Главная спортивная новость недели с грустинкой. Прославленная биатлонистка Надежда Скардина завершила спортивную карьеру. И, объявляя об этом, так волновалась, что не сразу нашла слова. Скажите за меня. Да, я решила закончить свою карьеру. Надя поблагодарила болельщиков. Те, в свою очередь, написали в соцсетях много теплых слов. Беларусь всегда останется моей страной. Надеюсь, что я для вас останусь также вашей. Особо расстроился, наверное, тот, кто биатлонисткам всю гонку раскладывал. Вы же мне в детстве еще обещали, что уходя, вы мне приведете на свое место, поставите это. А в воскресенье прилетела еще одна сенсационная новость. Отправлен в отставку главный тренер Батэ Олег Дулук. Он продержался на капитанском мостике всего 150 дней. В последнее время игра у чемпиона не клеилась. Поражение в финале Кубка, потери очков в матчах с Ислачью и Городеей, а на носу Еврокубки. Вот терпение босса Анатолия Капского и лопнуло. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. И о погоде. Недельку обещают прохладную с температурой не выше 20 градусов, а в среду еще и с дождем. Во вторник в Щемыслицу под Минском свезут комбайны и коров. Там начнется выставка «Белагро». В среду в Большом театре стартует фестиваль «Балетное лето». А во Дворце железнодорожников мастер одного хита Юрий Лоза появится на маленьком плоту. В Бресте тем же вечером наша футбольная сборная сгоняет товарняк с венграми. В пятницу во Дворце Республики президентский оркестр сыграет тяжелый рок. В Молодечно же откроется фестиваль белорусской песни и поэзии. В субботу в Верхнем городе состоится праздник русской культуры. А на Октябрьской площади запланирован старт Old Timer Rally – соревнований старинных автомобилей. Ну и не можем не упомянуть концерт Николая Гнатюка. Среда – концертный зал «Минск». Ведь он обещает нам счастливое завтра так же давно, как и власти. Сколько звезд на небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера.